В Чувашском госуниверситете по традиции чествовали 100 лучших выпускников студентов, которые проявили себя на различных поприщах. В зале собрались призеры и победители международных конференций, мастера спорта и волонтеры. Позади интересные творческие годы учебы, впереди новые возможности и большие перспективы. ВУЗ стал для них второй семьей, которая всегда поддерживала во всех начинаниях. Большинство новоиспеченных специалистов намерены продолжить обучение. В магистратуре, ординатуре и аспирантуре. Некоторые планируют развивать свои проекты, над которыми начали работать в ВУЗе. Ну, наверное, еще 2 года магистратуры и буду заниматься все тем, чем я сейчас занимаюсь. Это развитие внутреннего туризма в Чувашской республике, написание проектов на развитие молодежного краеведения, ну и, конечно же, поисковая деятельность. Армию лучших выпускников пополнили и иностранные граждане. Несмотря на сложности в обучении, долгие годы усердного труда, они получают заветные дипломы и признаются, что именно «Альма-Матер» помогла им многого достичь. Чувашский государственный университет создает будущее. Вот из-за этого меня здесь друг учил, он приглашал и приехал, поступил и видел это все своим глазам. Впервые поощрить талантливых выпускников ВУЗа решили более 10 лет назад. Теперь надеть мантию, конфедератку и получить почетное свидетельство лучшего выпускника стало мечтой каждого первокурсника. Сначала этого звания удостаивали 100 человек. Со временем почетный список заметно вырос. Ребята входят во вкус, предлагают очень многие проекты, оставляют за бортом тех, кто себя достойно проявил, было бы неправильно. Я надеюсь, что и в следующем году число тех, кто войдет условно в 100 лучших, будет увеличено. Дарья Паскарюк, Анастасия Степанова, Вадим Владимиров, Вести, Чувашия.